Ну, дальше там проще, да. Тут главное вот с вот этого момента спуститься, потому что, ну, бачите, как туда вниз. Ну, он уже не видно, да. А видно. Бежить. Да, бежить. И еще придется несколько собак позвать, потому что, чтобы не потерялось тут по всему лесу. Да, так что вот так. И вот такие срачки спускаются, да. Бывает все. А, не, звать не надо. Вот сами нашлись, да. Грибутя, грибутя. Ну, вот так получается. С вот такой штуки мы спустились сюда. Да, ну, це оно пологое. Ну, все равно, вон, бачите, и вода тут присутствует, так что... Ну, все как в нормальном житті, да. Ну, тут все-таки воно ж пониже, і є ручейок. Он один, там другий є. Да, і ми ось і водички попить, і все. Тобто, ну, разнопланові прогулки, ну, не будеш воно все время так, як... В городе, да. Один и тот же квартал по кругу ходишь, да и все. Тут совсем оно все по-другому. Да. Вот, видишь, пішла тоже водички попить. Да, вот, чтобы было видно, да. Ну, там побольше калюжа такая. Да, вот, вот такое оно. Ну, неприглядное, но тем не менее, для них это хорошо. Да, вот, вот так.